привет, меня зовут Светлана, сегодня у нас с вами тренировка плеч. Ну что, поехали? Ну что, начнем с разминки, берем гантели. И начнем с разминочки. Встаем напротив зеркала. Начнем с отведения рук в стороны. Поднимаем руки в стороны до параллели с полом и опускаем вниз. Локоть чуть согнуть. Поднимаем вверх и опускаем вниз. Вверх, выдох. И вдох, вниз. Выдох. Вдох. Выдох. Вдох. Опускаем вниз, оставляя с внешней стороны бедра. Старайтесь не поднимать плечи, тянитесь макушкой вверх и ставим лопатки в пол. Выдох, вдох. Следующее упражнение – отведение рук в наклоне. Опускаем корпус параллель с полом, поднимаем руки вверх, сводим лопатки. Выдох вверх и вдох вниз. Снова не сводим руки внизу, поднимайте вверх и опускайте вниз. Выдох вверх и вдох вниз. Выдох и вдох. I don't want no part, and my habits, they hold me. Берите гантели на разминочный вес 2-3 килограмма. Ну и последнее упражнение на разминке ротации. Поднимаем плечо в параллель с полом и опускаем руки вниз, также в параллель с полом предплечья. Выдох и вдох. Держим ровную спину. Опускайте ладонь в параллель с полом, предплечье в параллель с полом. Итак, повторяем каждое упражнение по 12-15 раз. Между упражнениями отдыхаем в течение минуты. 3-4 подхода на каждое упражнение. Итак, разминку мы с вами закончили, приступаем к основной части. Следующее упражнение – протяжка. Опускаем руки вниз узким хватом. Делаем вдох, с выдохом поднимаем бодибар, либо штангу груди и опускаем вверх. Уводите локти вверх, выше, чем плечевой сустав. И вниз, выдох вверх и вдох вниз. Если вы испытываете дискомфорт, можно взять руки чуть шире. Выдох вверх и вдох вниз. Выдох и вдох. Итак, если мы берем узким хватом, работает средняя дельта. Если поменяем хват и возьмем руки чуть шире, будет работать задняя дельта. Также поднимаем локоть выше, чем плечо. Поднимайте бодибар либо штангу груди. Итак, переходим к следующему упражнению. Переходим в работе тренажером. Переходим, у нас будет с вами суперсет из двух упражнений. Делаем сначала одно, потом другое. Сначала на одном тренажере, потом на другом. Работаем на переднюю, на среднюю дельту. Итак, настраиваем тренажер таким образом, чтобы рукоятки тренажера были на уровне плеча. На выдох поднимаем вверх, выдох и вдох, опускаем до уровня ушей. Выдох вверх, выпрямляем полностью руки и вдох вниз. Выдох, вдох. Итак, переходим ко второму упражнению в нашем сете – отведение рук сидя. Опускаемся на тренажер, подстраиваем таким образом, чтобы рукоятки были также на уровне плеча. Раскрываем грудной отдел, уводим руки назад до положения, до угла 180 градусов. Выдох и вдох. Итак, каждое упражнение делаем по 12-15 раз. 4 подхода. Чередуем упражнения. Отдых между подходами. Минута. Boy, oh boy, I love you when I fall.
гантели. Берем гантели. Итак, у нас с вами подъем. Гантели вверх. Попеременно поднимаем гантели вверх. Рука в параллель с полом. Не поднимайте плечи. Держите ровно корпус. Поднимаем вверх и опускаем вниз. Выдох вверх и вдох вниз. И меняем руку. Также левой рукой выдох. Вверх и вдох вниз. Выдох. Вдох. Хорошо, сразу обе поднимаем вверх, опускаем вниз. Выдох вверх, вдох вниз. Держите сильную спину, не прогибайте поясницу. Выдох и вдох. Делаем на каждую руку по 15 раз. Также 15 делаем обе руки. В завершении нашей тренировки пройдем к заключительной части. У нас с вами разведение рук в кроссовере. Аналогичное упражнение тому, что делали сидя в тренажере. Разводим руки в стороны. Выдох и вдох. Выдох, вдох. Выдох, вдох. Заключительная часть нашей тренировки. Нужно потянуть рабочие мышцы. Вводим плечо на себя, опускайте плечи, лопатки вниз, тяните пальцы рук дальше от себя, перехватывайтесь за плечо, либо за предплечье, не за локоть. И уводим руку как можно дальше назад, опускайте плечи, лопатки вниз, чувствуйте, как мышцы растягиваются. Итак, мы с вами провели тренировку на мышцы верхнего плечевого пояса. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки, задавайте вопросы. Hey!